Шерлок Холмс, друзья, один из самых популярных персонажей мировой литературы. Он, согласно книге рекордов Гиннесса, появлялся на экранах более чем в 200 фильмов. На сегодняшний день количество фильмов о приключениях Шерлока Холмса уже превысило 211, а количество актеров, исполнявших данную роль, достигло 75. Сэр Артур Конан Дойл, написавший знаменитый во всем мире детектив, по образованию не был литератором или писателем. Он был врачом. И образами окружающих его людей вдохновлялся на создание своих героев. А еще он был любопытным смельчаком и даже стал одним из первых людей, которые протестировали первые мотоциклы. Путешественник — это тоже все о нем. Экспедиции, в которых он исполнял роль врача, также повлияли на его творчество. Обо всем этом мы поговорим подробнее в сегодняшнем видео. В целом на любовь к литературе и будущую профессию писателя повлияла мать, рассказывающая сказки, а еще произведение «Золотой жук» Эдгара Аллана По. В детстве мама рассказывала маленькому Дойлу множество историй, и по его собственному признанию они заменили в его памяти воспоминания первых 3 лет жизни. Дойл был заядлым читателем и черпал вдохновение в произведениях таких авторов, как Эдгар Аллан По, Чарльз Диккенс и сэр Вальтер Скотт. Эти литературные влияния помогли сформировать его стиль повествования и подпитали его страсть к писательству. Самое первое свое литературное произведение Дойл опубликовал в университетском журнале. Это был рассказ под названием «Тайна долины Сессеса». Конан написал эту историю, когда был студентом в Эдинбургском университете. И здесь стоит сделать паузу. Я был в Эдинбурге и был в Эдинбургском университете, и вы можете посмотреть мои отдельные выпуски про этот город и про вуз. Что это вообще за вуз такой? Это один из самых престижных университетов в Великобритании. По уровню он стоит на одной строчке с Кембриджем и Оксфордом. И в те годы, когда учился Конан Дойл, университет также был одним из самых престижных в мире. Кто мог там учиться? В те годы позволить себе обучение в вузе такого уровня могли не все. Родители Конан Дойла были уважаемыми людьми в то время. Если в целом вам интересна учеба в Шотландии, Ирландии, Англии или в любой другой точке мира, то заходите к нам на сайт www.maps.ru. Продолжаем. Итак, первая история Конан Дойла. Это были приключения. Действия истории разворачиваются в Южной Африке и вращаются вокруг главного героя Пола Харли, охотника и исследователя. Сюжет повествует об экспедиции Харли в долину Сассеса, где он сталкивается с различными опасностями и раскрывает различные тайны. Первая опубликованная работа Дойла получила положительные отзывы и побудила его продолжать писать. Но только к 1887 году, через 8 лет после публикации первой работы, писатель добьется значительного признания и успеха. Он опубликовал «Этюд в багровых тонах», первый роман о Шерлоке Холмсе. С этого момента писательская карьера Конан Дойла стремительно пошла вверх, и он стал одним из самых знаменитых авторов в английской литературе. Кем был по образованию Конан Дойл? Он был врачом. И это тоже наложило свой отпечаток в его литературной карьере. Медицинское образование Дойла в медицинской школе Эдинбургского университета обеспечило ему солидную научную подготовку и глубокое понимание анатомии и физиологии человека. Эти знания позже найдут отражение в его внимании к деталям в детективных рассказах, а также в характере доктора Ватсона, который был медиком. Мне, кстати, кажется, что Ватсон чем-то похож на Конан Дойла. Одно из наиболее значительных влияний на творчество Дойла оказал доктор Джозеф Белл, один из его профессоров в медицинской школе. А этот человек, кстати, как мне показалось, прототип Шерлока Холмса. Исключительная наблюдательность, дедукция и умение ставить диагнозы Беллом произвели на Дойла неизгладимое впечатление. Он стал источником вдохновения для создания Шерлока Холмса, блестящего детектива, известного своими острыми способностями к дедукции и логическому мышлению. Давайте проведем параллели между Джозефом Беллом и Шерлоком Холмсом. Итак,
Сам Джозеф Белл стал известным и уважаемым врачом сразу после своего приезда в Эдинбург, часто оказывая помощь тем, кто был менее обеспечен. Он обладал уникальной способностью точно определять профессию и характер своих пациентов и всегда подчеркивал важность использования всех чувств наравне с разумом. Приведу пример. По состоянию одежды или разрывам на брюках он мог сделать вывод о профессии пациента, так как точно определял, что перед ним сапожник-левша. Или по запаху узнавал, что перед ним лакировщик. Иногда его работа была связана и с детективной деятельностью. Например, в 1888 году, когда в Лондоне Джек-потрошитель убил свою четвертую жертву, английская штаб-квартира полиции Скотланд-Ярд обратилась за советом к Беллу, полагаясь на его профессионализм и способность обнаруживать ключевые детали. Очень похожая ситуация на то, что мы читали или видели в произведениях о Шерлоке Холмсе. И, конечно же, Дойл много путешествовал. Его путешествия и приключения в качестве корабельного хирурга, а затем в качестве путешественника по различным местам, включая Арктику и Африку, подарили ему богатый опыт и встречи с различными культурами. Эти переживания обогатили его понимание мира, а также повлияли на обстановку и персонажей некоторых из его рассказов. В 1880 году, в возрасте 20 лет, Конан Дойл отправился в китобойную экспедицию в арктические моря в качестве судового врача. И там также набрался опыта, который помогал ему в писательстве. Шерлок Холмс и доктор Ватсон далеко не единственные герои, которые были основаны на прототипах реальных людей. Шерлок Холмс и профессор Мориарти считались врагами. И в мире преступного творчества Мориарти был известен как Наполеон преступного мира. Под такой же кличкой известен и Адам Уорд, реальный американский преступник. Интересно, что в каноническом цикле истории о Шерлоке Холмсе подразумевается, что у Мориарти существует брат с таким же именем. И существует также версия, что Мориарти, главный антагонист Шерлока Холмса, был так назван Артуром Конан Дойлом, потому что в колледже Дойла регулярно травили его одноклассники, братья по фамилии Мориарти. Также считается, что на формировании в голове писателя образа Ирен Адлер, певицы и соблазнительницы, повлияло несколько прекрасных дам из его современниц. Одна из них — Лола Монтес. Она выступала как испанская танцовщица и утверждала, что имеет испанское происхождение. На самом деле ее происхождение было ирландским. Девушка была довольно скандальная и вызывала негодование не только своими танцами, но и связями с влиятельными мужчинами, в том числе с королем Баварии Людвигом I. Вторая девушка, которой вдохновлялся Дойл, — Лили Лэнгтри, по прозвищу Джерсийская Лилия. Она была выдающейся и прославленной актрисой и светской львицей конца 19 и начала 20 веков. Лили Лэнгтри хвалили за ее актерский талант и харизму на сцене. Она выступала как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах, завоевав признание и восхищение зрителей и критиков. Девушка дружила с писателем Оскаром Уайлдом. По некоторым данным, Уайлд даже написал пьесу под названием «Мисс Лэнгтри as Хестер Грейсбрук», специально для нее. И еще один интересный факт. Конан Дойл был добровольным испытателем одного из первых прототипов мотоцикла. История гласит, что к Дойлу, которого современники отмечали как довольно любознательного человека, обратился инженер и изобретатель по имени Джордж Лонг, разработавший раннюю версию моторизованного велосипеда, который позже превратился в то, что мы сейчас называем мотоцикл. Джордж Лонг был основателем G.A. Long Motor Company, новаторского производителя мотоциклов в конце 19 века. Он хотел продемонстрировать возможности своего нового изобретения и попросил Дойла стать одним из первых, кто испытает езду на моторизованном велосипеде. Ну, конечно, Дойл был заинтригован этой идеей и охотно принял приглашение. Он стал одним из первых людей, кто проехал на прототипе мотоцикла по улицам Лондона. Этот опыт был весьма запоминающимся для знаменитого автора и пробудил в нем интерес к мотоциклам и моторизованным транспортным средствам в целом. И это увлечение Конан Дойла нашло дальнейшее отражение в его творчестве. В своем романе «Одинокая велосипедистка» Шерлок Холмс расследует дело, связанное с молодой женщиной, которая часто ездит на велосипеде, подчеркивая растущую популярность велоспорта и ранних мотоциклов в этот период. Вообще, в
целом, судьба сэра Конан Дойла могла сложиться иначе, по самым разным причинам. Отец Артура Конан Дойла, о котором я упоминал ранее, Чарльз Олтемонт Дойл, был художником, иллюстратором, архитектором, известным своим талантом и креативностью. Но он также боролся с личными демонами, с зависимостью к горячительным напиткам. Эта пагубная привычка Чарльза Дойла оказала значительное влияние на финансовую стабильность и эмоциональное благополучие семьи. Из-за того, что семья переживала личную трагедию и не имела лишних средств, жизнь Артура Конан Дойла могла бы сложиться совсем иначе. Но богатые родственники обеспечили ему хорошее образование в закрытом иезуитском колледже. В 1885 году, когда Конан Дойлу было 26 лет, его отец Чарльз был помещен в психиатрическую больницу из-за проблем, связанных с алкоголем. Это событие глубоко повлияло на юного Артура и стало для него источником печали и постоянного беспокойства. Согласитесь, что такой образ жизни родного отца мог бы сказаться не самым лучшим образом на самом Дойле. Другого примера мужской фигуры перед глазами у него не было. Трудный опыт взросления с отцом, возможно, тоже повлиял на некоторые темы и развитие характера в произведениях Конан Дойла. Например, персонаж Шерлока Холмса известен своей способностью видеть насквозь человеческие слабости, включая зависимость, и детектив часто демонстрирует сочувствие и понимание по отношению к людям, которые борются с подобными проблемами. Сам же сэр Артур Конан Дойл был очень сильным, крепко слаженным человеком и активно занимался спортом. Но любимым видом спорта у него был бильярд, который не предполагает активной деятельности. Артур Конан Дойл был врачом по образованию, писателем по призванию и, вероятно, настоящим сыщиком в душе. В записках о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл представил уникальные криминалистические методы, которые на тот момент были неизвестны. Он описал анализ окурков и пепла, а также использование лупы для поиска улик. Эти методы были восприняты полицией только после того, как они были представлены в его книгах. Сам Артур Конан Дойл как-то раз лично погрузился в мир сыщика, когда узнал о резонансном деле, в котором молодой человек был обвинен в убийстве скота. Он провел собственное расследование, нашел новые улики и добился пересмотра дела. Таким образом, его личный опыт исследования и написания книг оказал влияние на реальные методы работы полиции и способствовали внедрению более продвинутых криминалистических методов. В начале 20 века, благодаря успеху его книг о Шерлоке Холмсе и загадочной собаке Баскервилей, Артур Конан Дойл стал самым высокооплачиваемым писателем в мире. Его вклад в развитие литературы был настолько значим, что он был удостоен дворянства и звания рыцаря за свои достижения. Тем не менее, с течением времени Артур Конан Дойл стал чувствовать некую неприязнь по отношению к своему литературному герою Шерлоку Холмсу. Хотя читатели настаивали на продолжении приключений супердетектива, сам писатель стремился к более серьезным и глубоким произведениям. В конечном итоге Дойл решил убить своего героя в одной из своих историй. Но огромное давление и требования от поклонников заставили его вернуть Холмса к жизни и продолжить его приключения. Это решение стало одним из самых важных моментов в литературной истории и сделало Шерлока Холмса одним из наиболее известных литературных персонажей всех времен. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк, напишите в комментариях, о каком известном писателе или писательнице сделать следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, не пропускайте выпуски и заходите ко мне также на второй канал, где я рассказываю о путешествиях, различных интересных фактах, о городах и странах. Называется канал Егор Еремеев. Все просто. Пока!